смотрите в фильме. Как торговались за победу в «Миссис России»? И чья финансовая передача в итоге достигла цели? Не надо меня спрашивать. Жена футболиста Жиркова пытается объяснить, за что ей дали корону. Шоу «Краса России». Судьи, от которых якобы что-то зависит. Зрители могут не сомневаться. И деньги, которые на самом деле решают все. Такой конкурс, его можно вообще с подстрахами купить. Международные конкурсы красоты. Мошенничество почище российских. Хотите, на следующий год без проблем устроим России первое место. Титулованные путаны. Телка, которая только получила титул, у него цена возрастает в 3 раза. Сколько стоит ночь финалистки престижного конкурса? Российская гастроль «Миссис Вселенной». Аплодисменты. Кого на самом деле короновали в Ростове-папе? Известна ли вам уголовная кличка Пуча? No. Они мечтают стать королевами подиума. Кто-то делает пирсинг, кто-то удаляет ребра. Как молодых невротичек вытягивают до пропорций кукол Барби. Детские конкурсы красоты. Уж не на панель ли готовят этих милашек? Мама, Люба, давай. Как выбирают маленькую красавицу России? Ну там же жюри неподкупное. Ну, скажите, ну это разве такое бывает? Работа для титулованных мисс. Они мясо, они просто молодое мясо. Модельные агентства предлагают свои вакансии. А работа в чем заключается? Конкурсы красоты – старейший мошеннический шоу-формат, растиражированный по всему миру и приобретший стараниями глянцевых СМИ масштаб глобальной мистификации. Тесно связан с VIP-проституцией, лжеблаготворительностью и торговлей призовыми местами. Я спрашиваю, сколько? Она говорит, сколько за что? Я говорю, сколько стоит первое место? Отвечает, первое место не обсуждается. Одна из финалисток «Миссис России» вспоминает свою беседу с хозяйкой шоу. Почему? В чем проблема? Почему мы не можем обсудить первое место? Потому что первое место забронировано очень давно, еще задолго до того, как кто из вас либо сюда собрался. И названа была цена 300 тысяч евро. Носите женщин на руках, люди добрые. История тогда вышла довольно шумная, если не сказать вызывающая. На авансцену конкурса с первых минут выдвинулась некая поставщик импортного медоборудования при Челябинском облздраве. 34-летняя дама не лезла ни в какие модельные рамки, и среди конкурсанток тут же схлопотала кличку Юля Томограф. Смотришь на этих участниц, и дух захватывает. Как же будет нелегко членам жюри конкурса? Итак, представляем звездный состав судей. Именитый Егор Кончаловский, эпатажный Сергей Зверев, звездная Алиса Крылова, авторитетный Вячеслав Зайцев. Иногда, по незнанию, в подобных жюри оказываются и вполне достойные люди. Но в основном это хлеб профессиональных тусовщиков, гламурных фриков, полузвезд. Я сейчас падаю, загадывайте желание быстро, богатство, денег, мужиков. Гонорар от 300 долларов за вечер и до 10-15 тысяч. Зависит от степени звездности судьи. Загадываете, нет? Бабки загадывают. Заключительная часть шоу – некие пластические этюды. Довольно красноречивая мизансцена. Кто тут заказывает музыку, а кто играет роль декораций, понять несложно. И вот, наконец, после степенной паузы жюри устами хозяйки шоу и популярного телеведущего провозглашают имя победительницы. Забажанская Юлия, та самая, которая томограф. Праздник удался. До встречи на следующем конкурсе «Миссис Россия». Казалось бы, после подобных демаршей, многократно и смачно описанных в СМИ, от хозяев лже-конкурсов должны бы шарахаться, как от прокаженных. Но ничего подобного.
Я думаю, было бы несправедливо, если мы организатору такого замечательного конкурса Алле Юрьевне Маркиной не вручили бы специальную грамоту. Спасибо вам огромное за то, что сегодня вы нас поддержали. Мы должны чувствовать, что государство с нами. Правда, мы хотим же государство чувствовать. Хотим. В стране, где репутация и доброе имя ничего не значат, мошеннические шоу непотопляемы. Итак, минул год после предыдущего скандала и вновь полон зал желающих. По слухам, победить должна жена одного известного футболиста. Впрочем, информация эта предварительная. Пока деньги не заплачены, видная деятельница культуры, президент конкурсов «Миссис Москва» и «Миссис Россия» открыта для переговоров. Послушай, у меня на самом деле есть барышня на первом месте. Так. Вдруг ты мне звонишь? Мне что-то еще раз позвонить? Ну что, когда после момента жена начнет просыпаться. За кадром якобы жена крупного таможенного босса. Думает, как бы половчее обобрать своего старичка. Смотри, значит, что же касается нашей истории. Все просто. Первый месяц 250 тысяч. Слушай, ну он потянется. Ну я думаю, что если назвать на сотку больше... Короче, значит, поднимаем его на сотку. Угу. Значит, вот на месяц отдаем. Супер. Все, на сотку и десятку платим на лодку. Давай. Орден – это громко сказано. На самом деле очередная позолоченная брошка. Мы уже не раз рассказывали, как разные псевдообщественные структуры учреждают ничего не значащие награды, типа «Гордость Отечества», «Персона года», «Слава нации». Сперва для раскрутки ими награждаются несколько действительно достойных людей, дальше идут клиенты за деньги. У Маркиной с ее вручаемым в ходе конкурсов красоты орденом «Доброе сердце» та же схема. Браво! Еще раз оговариваются условия. 250 тысяч евро у нас стоит этот конкурс, первое место. Правильно? Со всеми пирогами, с новостиками уже, с залом, с концертом, со съемками, со всеми... Понятно. Сотку я накидываю 350, плюс десятку тысяч евро беру за орден. Вопросов нет. Но то ли старый таможенник оказался не таким идиотом, то ли молодой полузащитник в последний момент сделал более мощную финансовую передачу, «Мисс России 2012» стала в итоге жена футболиста Жиркова. Здравствуйте. Передаю вам привет с Янтарного края. Мой город – Калининград. 23 года, двое детей, за которыми ходят две домработницы, образование 10 классов, профессии нет. Остальные, как водится, исполнили при ней роль массовки. Мы должны были радоваться, улыбаться, ходить счастливо, махать руками, когда как фотоаппарат, как фотограф появляется, все, мы такие счастливые, такие, все вот даже не для нашего, не для общего настроения это было организовано, не для атмосферы веселой, дружелюбной, это не для этого было все организовано, было для фотоотчета. 30-метровая однушка на окраине Чебоксар, муж простой инженер и шестеро детей. Бытовые невзгоды не мешают экономисту Марии писать стихи для местных журналов, участвовать с семьей во всевозможных культурных и физкультурных фестивалях, вязать теплые вещи для детдомовцев и даже выступать с собственными законотворческими разработками, за что недавно она получила специальную премию Госдумы. В общем, когда активистку и красавицу вдруг пригласили на «Миссис Россия», она не растерялась. Мне очень хотелось поехать на этот конкурс, показать, что дети не помеха для достижения каких-то результатов. Дети, наоборот, это стимул для активизации жизненной позиции, чтобы мы не сидели на попе ровно. Ну а дальше понятно. Наивная провинциалка в своем единственном оставшемся еще со студенчества вечернем платье выходит на один подиум с миллионершами и тут же слышит, что нищим короны не по чину и что ее дело – молча изобразить мать-героиню и отвалить назад в Чебоксары. В общем, съездила. А знаете, если посмотреть на их сайте, за все 11 лет существования этого конкурса ни разу ни одна простолюдинка не была номинирована. Все места распределены, все короны распределены. Нет, ну серьезно, совсем это фальш. Инна еще не видела этот журнал. Это обложка. Журнал «Белл-Андрич». Инночка, этот фломастер тебе, и первый ты подпиши свою обложку Александру. Забавная деталь. Королеву еще не успели поздравить, а она уже на обложке глянцевого журнала. И интервью вместе с мужем дает про тернистый путь к победе.
Мы разыскали редактора этого странного издания. Та проговорилась, запись разговора у нас имеется, что тираж был отпечатан еще до начала конкурса, Жиркова в «Короне» позировала заранее, и вообще право стать лицом номера у них, оказывается, продается всем желающим за 300 тысяч рублей. Разворот для самовосхваления за 200. Предоплата 100%. Поздравляем! Аплодисменты! Инна Жиркова, жена знаменитого футболиста, миссис России 2012, по возвращении из конкурса любезно согласилась ответить на наши вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот в положении о конкурсе сказано, что главной целью является выявление самой активной, образованной, духовно развитой и красивой женщины-матери. Вот давайте начнем с активности. Ну, социальной активности у меня особо нет. Нету. А вы работаете? В данный момент не работаю. А когда-нибудь работали? Нет, пока не приходилось мне работать. Тут говорится о выявлении победительницы путем равного состязания участниц. Было ли оно равным? Ну, может быть, оно не было равным, потому что многие выигрывали, да, внешне, многие выигрывали тем, что они хорошо поют, да, а что вы? Это важно. А вы чем я, к сожалению, взяли? Не знаю, чем я взяла. Ну, может быть, эрудиции, вот тут говорится может об эрудиции. Может быть, потому что я каждый день старалась выглядеть красиво, да, я каждый день. Может быть, что в этом такое, году... Что такое эрудиция? Я вам рассказываю, подождите. Я каждое утро собиралась на завтрак, длинное платье, накрашенное, уложенное, поэтому решили наградить меня такой короной. Хорошо. Вот тут еще в положении о конкурсе говорится, что помимо дефиле предполагается конкурс неожиданных вопросов. Угу. Был конкурс? Ну, конкурса такого прям не было, неожиданного, потому скажите, что... Скажите, пожалуйста, неожиданный вопрос. Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца? Ну, наверное, все-таки, ну, наверное, все-таки Солнце. Нет, Земля. Так Земля или Солнце? Я не знаю. Творческие способности и таланты. Какие у вас творческие способности? Ну, я даже не знаю, как сказать, потому что если я и пою, то я пою просто для себя, это в караоке, да. Танцевать я особо тоже не танцую. Но я с детства ходила в музыкальную школу, на фортепиано, хор, естественно. Скажите, пожалуйста, кто написал «Полонез» Огинского? Нет, не спрашивайте меня, не буду позориться. Ну, серьезно, кто написал «Полонез» Огинского? Я не знаю. А «Грибоедовский вальс»? Не надо меня спрашивать. Я далека от этого. Как матери двух детей. А кто такая Агния Барто? Ну, наверное, она тоже мама. Ну, а Самуил Маршак? Нет, это далеки от меня вопросы. Понятно. Спасибо большое. Это была Инна Жиркова, миссис России 2012. Спасибо. Между тем, жульнический спектакль уже запущен на новый круг. Берем сантиметр и оп! К будущим финалисткам 2013 обещают подходить с такими же строгими мерками. Мы имеем талию 70. Катастрофа. Надо худеть на 10 сантиметров. И отбирать их столь же тщательно, как прежних. Но главное рост. Рост. Главное рост. Рост должен быть 1,75 м и выше. При этом организаторы особо подчеркивают, что торговля коронами не их стиль. И вообще за взятки сантиметровую шкалу не обманешь. 90, 60, 90. Все. И, собственно говоря, вы, что называется, в тренде. Сколько молодых девушек калечит себя из-за этого мифического тренда? Для тех, кто уже накачал себе гелем губы, модернизировал груди, вырвал зубы ради эффекта впалых щек, московские коммерческие клиники предлагают следующую процедуру. Берутся две абсолютно здоровые молодые женские голени и сверлятся хирургической дрелью. Затем в полученные отверстия вгоняются стальные штифты, на которые крепятся аппараты Лизарова. Далее в ход идут специальная стамеска и молоток. Удары и еле различимый хруст. Снова удары, снова хруст. Ноги специально ломаются в нескольких местах, чтобы их потом было легче растягивать. Здесь от тазобедренного сустава до пяточной кости
длина и должна составить 50% всего роста. Доктор, вытягивающий обычных женщин до пропорций куклы Барби, честно называет своих пациенток больными на всю голову. Есть неврозные, невротические больные, невроз навязчивого состояния. Ну что это болезнь, да. Но всякому ли навязчивому состоянию надо потакать? Ну как избавиться? По-другому как помочь? Или надо голову менять, это невозможно, или ноги, правильно? Вот провинциальная студентка, лицо просила не показывать, вполне себе нормального телосложения, специально взяла академ, убедила родителей продать садовый участок, еще и влезла в долги. Все средства, более 300 тысяч рублей, вложила в сверхидею сделать себе лодыжки, как у Дженнифер Лопес. Я боюсь, у меня сейчас боишься? Уже будет от страха обморок, наверное. Больно. А впереди еще целый год практически полной нетрудоспособности. Хождение в аппаратах, ковыляние на ходунках, дорогущие мази, массажи, уколы, таблетки и бог знает какие побочные эффекты. Ну это жесть. Да? Вы меня пугаете. Я не пугаю, реально, это так не должно быть. Справила коленки, разболтались стопы. Из-за послеоперационных осложнений начинающая фотомодель Вероника теперь едва может устоять на каблуках. У меня не было специальных показаний к операции. Это было мое желание вступить в модельный бизнес. Я в него вступила, меня все устраивает. Я довольствуюсь тем, что есть. Не бойтесь. На очереди еще одна пациентка. Лилиана, она же Снежана, она же просто Надя. Актриса откровенного жанра. Ломать себе ноги, здоровые ноги, ну не жалко. Ну, вы знаете, кто-то делает пирсинг, кто-то удаляет ребра, кто-то делает себе перманентный татуаж. Это тоже больно. Если современная медицина дошла до того, что она может увеличить рост, почему нет? В надежде 167 сантиметров. Чтобы перестать, наконец, изображать грубый разврат в полуподвальных условиях и подняться на качественно, как она думает, новый уровень, ей не хватает сущего пустяка. Я собираюсь участвовать и в конкурсах, и «Мисс Россия», вот, и фото, соответственно, очень много предложений проходит мимо, меня это расстраивает. То есть, если я удлиню свои ноги, если я стану, ну, хоть, ну, сантиметров на 7 выше, то есть у меня будет какой-то шанс. Еще раз о шансах. Вопреки всем заявлениям хозяев шоу, никакой рост, объем и вес, даже самый идеальный, не гарантируют рядовым участницам ничего, кроме формального прохождения в финал. Дальше, по неписанному закону жанра, все решает исключительно толщина кошелька. Смотрите после рекламы. Шоу «Краса России». Судьи, от которых якобы что-то зависит. Зрители могут не сомневаться. Победительницы, которые якобы что-то из себя представляют. Номер 26! И деньги, которые на самом деле решают все. У нас такой конкурс, его можно вообще с потрохами купить. Международные конкурсы красоты. Мошенничество почище российских. Наш конкурс – мероприятие с мировым статусом. Как и за сколько решаются вопросы в финале шоу «Мисс Земля»? Хотите, на следующий год без проблем устроим России первое место. Автор постельных кастингов для московских нимфеток. Откуда сейчас прилетел? Основатель конкурса «Мисс Россия». Что делал он за семью морями? Ко мне подошел ваш соотечественник и предложил лишить меня девственности. «Краса России» – один из старейших и, пожалуй, наиболее разрекламированный по городам и весям конкурс красоты. У него 60 отборочных этапов – от «Мисс Приморья» и до «Красы Черноземья». Раз в год местные финалистки съезжаются в столицу, приглядеть себе завидного жениха и побороться за гран-при. Это очень ценная вещь, которая 18 лет передается от девушки к девушке. И, соответственно, это уже энергетика, это история этого конкурса. Мне она очень нравится, я считаю ее самой красивой короной. Ожидается аншлаг. Среди первых места занимают профессиональный сводник Петр Листерман, ищущий наложниц для олигархов, и так называемая судейская коллегия. Там сплошь знаменитости. Каждый год разные, но неизменно внушающие доверие. Если вы узнаете, что тут все продается, как вы поступите? Я даже не молча встану и уйду. Вот. Будут серьезные последствия для конкурса. Это какие же? Ну, я думаю, что очень изменится отношение к тому, что здесь происходит у многих людей. Вот. И я думаю, конкурс может закончиться.
Начинается действо. В зале не то, что в лихих 90-х. Никаких подвыпивших рож и алчущих взглядов. При объявлении дефиле в купальниках все культурно достают бинокли и фотокамеры с десятикратным зумом. На номер «За Русь великую, за Русь святую» патриотично размахивают флажками. Культурное мероприятие, однако. Если вы узнаете, что здесь все продается, как вы поступите? Знаете, ну, маловероятно, чтобы такое случилось. И все-таки, вы как человек, дорожащий репутацией. Тогда я просто, сказать, отзову свой голос и удалюсь. Огромный простор для фальсификации заложен в этих мероприятиях изначально. Ведь каков критерий отбора победительницы? Если 90-60-90, смазливое личико и сексуальная привлекательность, так этому критерию тут соответствуют все. Даже когда исполняют номер «Героям войны достойную смену» – дефиле в кирзачах. Вы видите, вот все ровные девочки, все красивые, все с одинаковым макияжем, хорошо обучены в одинаковой одежде, шагают синхронно. Коммерческий директор «Красы России» управляет также «Красой Содружества», «Московской красавицей», конкурсом «Мисс Москва» и так далее. У нас на самом деле пьедестал большой. То есть первые лица, никаких, ничего, то есть с уменьшением суммы ничего не рассматривается. Да? Только первое место. Да? Абсолютно, только первое место, да. Ну, можно сказать, что у вас честно? Конечно. Вот я, как человек, который отвечает за это, я говорю, что это честный конкурс. У нас такой конкурс, его можно вообще с потрохами купить. А сколько, ну, просто интересно. Вот «Мисс Москва» 300 тысяч, да, долларов. И «Краса России», как бы, ну, 300-500. Вот там, то есть 300 – это обязательно деньгами, а остальное можем обговаривать. Это первое место? Да. «Краса России 2012 года становится…» Объявление победительницы. Очередной главной красавицей страны стала некая Элина Киреева из Уфы. 25 лет. Окончила бывший институт советской торговли, не работает, посещает тренажерный зал, мечтает о карьере телезвезды. Ежегодно в российской индустрии красоты случается около десятка разноименных национальных финалов и до сотни региональных. Практически все они, как и «Краса России», проводятся на деньги так называемых «папиков», то есть богатых любовников-конкурсантов. Хозяева шоу чутко следят за движениями рынка. Мало папиков урезают наградной пьедестал, много, наоборот, удлиняют. Хоть до 6-й вице-мисс, хоть до 8-й миссис Грация, только платите. Что грозит устроителю конкурса за продажу призовых мест? Уголовный кодекс Российской Федерации, я вам его демонстрирую, вот видите? Вот статья 184. Подкуп участников, организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. И если кто-то незаконно профинансировал, он будет нести ответственность по этой статье. И тот, кто взял, будет нести ответственность по этой же статье. До 5 лет лишения свободы. То есть вы считаете, что обвинить директора конкурса все-таки можно? Да они уже все должны быть на скамье подсудимых, уже должны понести наказание. Это в теории. А в жизни нам неизвестно ни одного случая, чтобы так называемые договорники в России хоть как-то расследовались и наказывались. И неважно, договорные ли это матчи, скачки или конкурсы красоты. Примеров, чтобы на подобных спектаклях хоть кто-то из уважаемых членов жюри встал, хлопнул дверью или отказался от конвертика с гонораром, нам тоже неизвестно. Какие-то 14 часов лету с двумя пересадками, и вот она, столица Филиппин, Манила. Здесь тоже очень любят мериться красотой. Не проходит недели, чтобы в прибрежных клубах не избрали какую-нибудь очередную королеву оргазм или принцессу мокрая майка. Впрочем, состоявшийся в конце ноября в Маниле финал международного конкурса «Мисс Земля» — мероприятие, как говорят, совсем иного порядка.
Я и не ожидала, что моя презентация на этом престижнейшем конкурсе вызовет такую бурю эмоций, особенно в России. Поверьте, я говорила чистого сердца, не набирала себе конкурсные баллы. Наталья Переверзева, уроженка Курска, студентка финакадемии, модель журнала «Playboy». Вот как она отрекомендовала перед досужей публикой свою далекую родину. Моя Россия тоскующая и страдающая, безжалостно разорванная на куски жадными, нечестными и неверующими людьми. Моя Россия – огромная артерия, из которой немногие избранные выкачивают ее богатство. Моя Россия – нищенка, которая не может помочь старикам и сиротам. Заметим, из представительниц более чем 80 стран, среди которых были куда более тоскующие и страдающие, ни одна не произнесла ничего подобного. Это прекрасно, что русская красавица – впервые в истории всех этих конкурсов красоты показала, что у красавицы могут быть мысли в голове. По-моему, это совершенно замечательно. Не все красавицы дуры. Я бы хотел верить, что в ней проснулся человек, что в ней проснулась русская женщина. Но слишком сильны подозрения, что мотивация для этого поступка была политическая, обусловленная какой-то мучительной и сложной игрой, сопровождаемой немалыми деньгами. Человек, который говорит о своих родителях плохо, что они негодяи, подлецы, алкоголики, наркоманы, это тоже неправильно. Это унизительно, и это как бы под дых, понимаете, ниже пояса. Неправильно говорить о своей стране в негативе на весь мир. А что это вообще такое, мисс Земля? Мы навели справки. Оказалось, и впрямь конкурс из первой тройки конкурирует с такими гигантами, как «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Специализируется на природоохранной и зоозащитной тематике. Владеет брендом богатейшая филиппинская бизнес-леди Лорейн Шак. Наш конкурс – мероприятие с мировым статусом, весь ход которого, как под лупой, рассматривается крупнейшими мировыми СМИ. Помимо представительного международного жюри, за ходом судейства следят независимые аудиторы из регионального представительства компании Ernst & Young. Никто из этих господ не станет портить свою репутацию ради какой-то нечестной игры. Кстати, о репутации. Если изучить происхождение победительниц трех главных мировых конкурсов красоты за последние лет 15-20, выяснится удивительная закономерность. До 70% всех призовых мест занимают дамочки из Венесуэлы, Колумбии, Эквадора, Мексики и Бразилии. То есть чем больше в той или иной стране черных денег и коррупционных традиций, тем чаще ее красавицы добиваются признания на международной арене. Вот я видел эту кухню, я жил в гостинице, где проживали все и там, эти 100 девушек «Мисс Мира». И я видел всю-всю кухню. И я с девчонками разговаривал сам, мне было интересно понять, да, почему вот побеждают, допустим, вот латиноамериканские девушки туда-сюда. Но я видел вот эту женщину, хозяйку конкурсов, да, к ней очень трудно так подкатить грамотно и дать ей пару миллионов долларов за девушку, за взятку. Пригород Манилы, стоящий в стороне от городских трущоб квартал миллионеров. Поместье той самой госпожи Лорейн Шак, владелицы конкурса «Мисс Земля». Говорят, на аудиенцию к ней стоит целая очередь из венесуэльских нефтяников, мексиканских гангстеров и лидеров колумбийских наркокартелей. Принимает не всех. Людей, представившихся посланцами некоего российского олигарха, госпожа Шак приняла. Мы пришли говорить о больших деньгах. Все очень просто. Вы ведь слышали о русских олигархах? Так вот, один из них наш шеф. За 2 миллиона его протеже станет королевой вашего конкурса? Не обещаю. Неужели это невозможно? Нам говорили, что подобные коммерческие предложения здесь в порядке вещей. Возможно, но не так легко, как вам кажется. Вступая в подобные отношения, в случае огласки, я рискую обрушить многомиллионный бизнес. У нас авторитетный конкурс и дорогой международный бренд. Постарайтесь донести эту мысль до вашего доверителя. Что, если мы предложим больше? Сейчас говорили с Москвой, президент нашего концерна, щедрый человек. Он согласился удвоить сумму. Боже мой, это же совсем другой разговор. Сразу бы так. Итак, цена вопроса 4 миллиона долларов. Ваше слово. Хорошо, да, но только не в нынешнем шоу. Там уже все сверстано. Хотите, на следующий год без проблем устроим России первое место. Правда, для этого придется серьезно поработать с членами жюри.
Но вы же знаете, как к ним зайти, так скажем, с черного хода. Тут главное, чтобы не утекло в прессу. Нужна максимальная правдоподобность. Процесс независимого голосования не должен вызывать сомнений. Каким образом мы переведем деньги? Немаленькая сумма, это вопрос у нас такой. Согласитесь, ввести 4 миллиона наличными – это безумие. Переводите через банк. Мы всегда сможем придумать, что это спонсорская помощь или что-нибудь в этом духе. Это не проблема. Если бы вы узнали, что титул «Мисс Земля» продается за несколько миллионов долларов, вы бы заплатили? О боже, какой ужасный вопрос. Конечно же нет, и никто бы с девушек не заплатил. На таких конкурсах соревнуются в красоте души и тела, а не в толщине кошельков. И это говорит обладательница титула «Мисс Москва-2010». Победный тариф там, напомним, 300 тысяч долларов. А также победительница конкурса «Краса России-2011», где цена гран-при уже от 300 тысяч и до полумиллиона. Между тем, пришла пора объявлять победителей. Упорно соблюдая интригу, члены жюри что-то долго писали в листочках, переглядываясь со столь же неподкупными аудиторами из местного филиала «Эрнст энд Янг». В итоге, как и в прошлые годы, практически весь пьедестал оккупировали латиноамериканки. Но гран-при впервые в истории шоу получила девица из Чехии. Поговаривают, что за нее очень хлопотал какой-то восточноевропейский сталелитейный магнат. За нашу Наташу с ее пассажами о бедной России на сей раз, похоже, не хлопотал никто. Конечно, я ехала сюда побеждать, а не застревать в полуфинале. Жаль, что так скромно меня оценили. Я сделала все, что смогла. Другого такого шанса ей уже не представится. На «Мисс Земля 2013» нашу страну будет представлять новая конкурсантка. Та самая Элина Киреева, нынешняя обладательница короны красы России. Для того, чтобы назваться еще и красавицей мирового масштаба, Элине всего-то и недостает, что щедрого папика с 4 миллионами долларов. Небольшое отступление. В последнее время разные жулики, попавшие в объектив журналистской скрытой камеры, придумали себе замечательную отговорку. Дескать, мы не то имели в виду, наши слова вырваны из контекста или имел место некорректный перевод. Ну, за этим, по идее, должен бы следовать иск в суд с обвинением СМИ в клевете. Но иска нет, и вот почему. Суд назначит техническую экспертизу исходников. Вот они, по всем эпизодам фильма. И что потом будут делать истцы со справкой, что материалы-то подлинные? Довольно известные кадры. Америка. Детские конкурсы красоты. Сумасшедшие мамаши поливают своих дочерей автозагаром, впрыскивают им в губы силикон, вставляют искусственные зубы взамен выпавших молочных, даже делают уколы ботокса. Это было очень больно, но мама сказала, что красота требует жертв. Думаю, что впредь дочке не помешает провести коррекцию бровей и переносицы. Еще я приучаю ее к восковым эпиляциям. Девочка пытается улыбаться, не получается. Из-за инъекции лицо потеряло пластичность. Каждая такая история неизменно производит в обществе много шума, органы опеки изымают ребенка. Спустя некоторое время на очередном американском конкурсе опять приключается нечто подобное. Это у них. А вот как у нас. Делаешь, как я, точка! Москва. Финал ежегодного всероссийского конкурса «Маленькая принцесса». По заверениям устроителей, это морально безупречное, педагогически выверенное мероприятие, не имеющее ничего общего с тем, что делают бесстыдники-американцы. В России разум как бы на первом месте все-таки, поэтому у нас нет конкурса купальников. И если это что-то не соответствующее либо возрасту ребенка, то есть, допустим, ребенок поет про любовь, но ребенку 6 лет, то есть мы это категорически запрещаем. То есть этика, эстетика, она всегда, и культура, она всегда остается прежде всего. Прежде всего, не надо нас держать за дурачков. Приехав задолго до назначенного в пресс-релизах часа и заглянув за кулисы, мы ясно ощутили, какая тут царит эстетика. Боевой раскрас, ужимки, походки – все, мягко говоря, не по годам. Оказалось, что малолеток готовят к скрываемому от журналистов и не внесенному ни в какие программы дефиле в бикини. Мама, Люба, давай. Мама, Люба, давай.
Характерная сценка. Семилетняя девочка с шестилетней подружкой позирует перед своей мамашей, бубня специально к конкурсу разученную песенку. Они вчера на машине писали что-нибудь. Наша кроватка делала шик-шик. Ну, классно, молодцы. О том, что вообще за публика вьется возле этих шоу. Александр Трофимов – один из основателей конкурса «Мисс Россия». Поставщик коронованных наложниц для олигархов. Одновременно специалист по детским дефиле. В 2004 году под предлогом проведения очередного кастинга затащил к себе в дом в подмосковных Вешках и там изнасиловал трех третьеклассниц. Потом давил на их семьи, пытался уничтожить улики, не сумев откупиться от закона, бежал на другой конец света. Кажется, это было в 2005 году, когда мне было 12 лет. Я собирала банки на пляже в Пномпене и сдавала их. Там ко мне подошел ваш соотечественник Саша и предложил лишить меня девственности. Я очень плакала, а когда узнала за сколько, то согласилась. Нищие окрестности камбоджийской столицы, где люди живут на 5-7 долларов в месяц. Торговля телом, в особенности детским, здесь стала уже чуть ли не отраслью экономики. Помню, за первую ночь я получила 100 долларов, позже частями еще 100. Мои добрые родители отродясь не видели таких денег. Они все быстро потратили, а потом меня прилюдно поколотили, а на Сашу донесли в полицию. Не, мои не жаловались. Наоборот, хвалили. Я маленькая была, сама к нему бегала и подружек звала. Бывало, мы вчетвером, впятером у него ночевали и на всех получали 50 долларов. Он веселый был. Говорил, когда подрастем, сделает нас королевами красоты. Элитный район Пномпеня. Вилла веселого Саши. Кругом прячущие свои лица молодые служанки и русскоязычное порно на каждом столе, во всех ящиках и шкафах. Сейф с деньгами. Каждый день основатель «Мисс России» доставал из него по купюрке и раздавал своим гостям. Следователь зачитывает список фамилий. К 2007 году на Трофимова у камбоджийской полиции было уже 19 заявлений о совращении малолетних. Еще несколько десятков семей искренне считали его благодетелем и отказывались писать. Я и понятия не имела, что моя дочка спит с этим русским. Но ведь она приносила вам деньги. Вы что же, не догадывались, откуда они? Она не мне, она отцу приносила. Я только стала замечать, что он начал пить без продуху. Думала с горя, что нет работы, а выходит на радостях. Так и радовался, пока не утонул. В 2008-м камбоджийский суд приговорил-таки педофила к 13 годам тюрьмы. Потом этот срок скостили до 8, потом до 4. Все ж таки миллионер, инвестор, крупно вкладывался в туземную экономику. Выйдя на волю по королевской амнистии, Трофимов первым делом поехал искать себе новую пассию взамен прежних, которые уже успели подрасти. Мне 12 лет, сестре 9. За этот год, пока мы встречались с Сашей, наши родители построили новый дом. Смотрите, не то, что прежняя лачуга. И еще мы теперь единственные, у кого в деревне есть собственная машина. Все шло просто прекрасно, и вдруг эта страшная весть. Сашу забрал Интерпол. В Россию, в наручниках. За что? Он ведь так много сделал для вашей страны. Он ведь был у вас там директором какого-то модного конкурса. Я молю Бога, чтобы он скорее вернулся к моим дочерям. Откуда сейчас прилетел? Из Камбоджи. Будь там, депортирован. Депортирован. Ну, вообще-то продвигали. Здесь поневели. Ну, за что? Здесь преданное невыявление по статье 132. Что за статья? Не знаю. Статья «Изнасилование несовершеннолетних». Не камбоджийских, российских. Срок давности еще не вышел.
постельные кастинги для конкурсов «Мини-мисс» могут обернуться их организатору 15 годами строгача. Еще одно довольно известное детское шоу – «Маленькая красавица России». Прежде чем вывести малолеток на публику, их сперва здесь учат ходить, виляя бедрами – 15 тысяч рублей. Широко и протяжно улыбаться – 10 тысяч. Еще надо пошить 5 разных нарядов, сделать профессиональное портфолио, оплатить проезд, гостиницу, вступительный взнос. Итого, за двухдневное развлечение своего дитяти каждый родитель выкладывает минимум 1000 по 100. Молодец, молодец, молодец. Чему ты обрадовалась? Потому что я победил. Не победит, хоть артистично и мила. Официальный вступительный взнос тут дает лишь право выйти на сцену и потом уйти с нее с утешительной ленточкой на плече. Все. Нам, конечно, нужна победа. Вот. Любой каприз. Хорошо. Любой каприз за дополнительные. Директор национального детского конкурса о расценках за первое место. Ну, я думаю, что порядка где-то 30-40 евро. Тысяч евро. 30-40 тысяч евро. Это «Маленькая красавица России», да? Ну, там же жюри неподкупное. Ну, скажите, ну вот разве такое бывает? Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Нынче в программе песни, танцы, чтение басен, дефиле в карнавальных костюмах и вечерних платьях. Пока одни выступают, другие в гримерках готовятся. Волнуешься? Че? Волнуешься? Нет. Типичная завсегдатайка детских шоу. Папа целыми днями пропадает на работе, мама, сама бывшая то ли мисс, то ли миссис чего-то там, воспитывает ребенка личным примером. Я занимаюсь, то играю в телефон, там, в игры всякие. А мама болтает 8 часов по телефону, болтает. Любит, короче, болтать. А я люблю, ходить по магазинам и покупать свои игрушки любимые. Ее привезли на машине с водителем, ей накупили платьев на много тысяч евро, к ней приставили двух вечно молчащих визажисток. Одернуть 5-летнюю звезду, чего бы та ни вытворяла, им, оказывается, по статусу не положено. А теперь добрый вечер, бай-бай. Ну, до свидания. Давай, уходи, давай отсюда. Валим. Слушайте, идите уже. Между тем, малышня показала свой макияж и наряды, все сплясали и спели кто во что гораст. Настала кульминация праздника – розыгрыш путевки на детский мисс мира. Победительница и обладательница титула «Маленькая красавица России» представят нашу страну на международном конкурсе Little Miss World. Little Miss Мира называется. Little Miss Мира. Да. Вопрос все тот же. Там можно первое место или все возможно? А там какие расценки? А там дорога. Там уже все, да? Там где-то начиная от 60-70, ну это как бы если постараться. Изначально у меня 60-70 тысяч евро. Как и с продажными взрослыми шоу, продажные детские отнюдь не наше изобретение. Назвать самую обычную серую мышку главной красоткой страны также могут и в Европе, и в Америке. В России это устроить просто несколько дешевле. Хочется поздравить не только наших красавиц, но, конечно же, настоящих победителей этого конкурса. Это, конечно же, родители. Без вашего самоотверженного труда, без той энергии, без тех денег. Что такое? Глубокий шок, разочарование, потеря веры в честность и справедливость взрослых – это нормально для первого раза. Потом наступает привыкание. При повторных попытках штурмовать гламурный Олимп подлые нравы этого мирка уже будут восприниматься детьми как норма. Смотрите после рекламы. Типичный директор конкурса красоты. Я был одним из спорных королей России. И типичные претендентки на титул «Главный мисс». Назовите страну, название которой состоит из двух слов. Усть-Илимск. Корона российской красавицы. Заплати и носи. Российская гастроль «Миссис Вселенной». Аплодисменты. Кого на самом деле короновали в Ростове-папе? Известна ли вам уголовная кличка Куча? No. Неужто заморские дивы еще и промышляют воровством у сирот?
Мужские чиновные крыши и женские обнальные фонды. Как отмываются миллионы под видом девичьей благотворительности? Не оскудела областная власть ростовская красою писаной. На конкурсе «Миссис Вселенная» блистают ныне ее сотрудницы. С престижным титулом «Миссис Бьюти Юниверс» вернулась из-за рубежа старший специалист Комитета по молодежной политике Загоруйко Ирина. Первые минуты – это какая-то эйфория. Даже не первые минуты, она у меня длилась несколько часов. Даже когда я в Ростов еще прилетела, наверное, первый день я находилась в каком-то таком вот состоянии совершенно неземном. Теперь дело нашей модели будет вдвойне. Ведь не только титулом да памятными призами наградили ее на Международном Олимпе, но и важнейшей миссией – возглавить российский отборочный этап «Миссис Вселенной». Так держать, Ирина Краса. Я директор вот национального финала, то есть я выбираю ежегодно представительницу от России, то есть я просто буду формат как бы жюри подбирать там, тех людей, с которыми к нам там приближенные какие-то. Чтобы они директора, агентств, там у нас есть фотохудожник там известный. То есть они скажу, уже будут знать, кто победитель. Конечно, как проговаривается, да, 100% гарантия. Довольно быстро поднаторев в устройстве национальных лжеотборов, энергичная блондинка, теперь она уже председатель комитета по предпринимательству в областной торгово-промышленной палате, двинулась дальше. С ее подачи Ростов-на-Дону стал первым российским городом, снискавшим право провести у себя мировой финал «Миссис Вселенной». Репетиции заняли чуть ли не половину лета. Представительницы 50 стран мира. Их муштровала режиссер местного драмтеатра, опекали первые лица региона, им бесплатно выделили этаж в самом дорогом отеле, и лучший шеф-повар лично стряпал им протертые супчики и салаты, чтобы не поправились. Понимаете, постоянно подтверждать собственное совершенство – это ведь так важно для всех нас. Здесь есть красавицы, завоевавшие свои первые короны еще в детском возрасте, прошедшие в качестве мисс все известные конкурсы мира. И вот теперь, как замужние дамы, мы осваиваем нишу миссис. Зачем это надо каким-то юным мисс, понятно. Но миссис, карьеру топ-моделей в силу возраста им уже не сделать, заниматься интимными VIP-услугами, ну тоже, в общем, поздновато. Да и замужем они. Едва ли эти латиноамериканские хлопцы, по слухам, они уже оплатили победу, позволят своим супругам что-то фривольное. В общем, ничем иным, кроме битвы самолюбий, причем не столько женщин, сколько их мужей, объяснить это сверхдорогое хобби вряд ли возможно. Участница под номером 2. Благотворительность – это ее призвание. Участница под номером 5. Имеет университетское образование и свободное время помогает бедным людям. Участница под номером 9. Успешно занимается благотворительностью, помогает обездоленным детям. По сценарию шоу каждая из конкурсанток – успешная владелица бизнеса или высокооплачиваемый профессионал, большую часть дохода тратящая на помощь бездомным, бедным и больным. К реальности это зачастую не имеет никакого отношения. Непременный пункт программы любого современного конкурса красоты. И «Миссис Вселенная» тут не исключение. Благотворительная поездка к сиротам. Ни в богадельню, ни в хоспис. Именно к сиротам. На них легче стрясти деньги с меценатов и спонсоров. И потом детки, в отличие от стариков и инвалидов, умильно смотрятся в кадре. Заезжие тети угощают детдомовцев дешевыми леденцами и чипсами, дарят карандаши и жвачки, рассказывают на непонятных языках что-то нравоучительное. Все это называется красивыми словами благотворительность и спонсорская помощь. Наступает кульминация визита. Прежде чем быть удочеренной в Голландию, я сама прошла через сиротство во Вьетнаме. Я помню, как это ужасно – не иметь семьи. И теперь, став взрослой, я сама хочу подарить счастье маленькой одинокой девочке. Наверное, это самый счастливый миг моей жизни. Я так счастлива, так счастлива. Миссис Голландия с мужем готовится удочерить 7-летнюю сиротку Вику.
Ни один глянцевый журнал, ни одна гламурная телепередача не пропустят такую новость. Вал положительных упоминаний в СМИ и, как следствие, увеличение рекламного бюджета конкурсу обеспечен. Возьмите троих, потому что у нее есть сестры. Нет, только одну. Добрый вечер, людям возраста мало, добрый вечер. Конкурентки-красавицы стараются не отставать. Одни обещают пригласить приглянувшихся детдомовцев к себе на лето, другие говорят, что, посоветовавшись с близкими, непременно приедут в Россию вновь и тоже кого-то удочерят. Но время для так называемой гуманитарной активности, согласно сценарию конкурса, вышло. Дамочки уезжают обратно в свой усыпанный блесками и сверкающий стразами мир. Обнадеженные сироты остаются на обочине. Спустя день. Долгожданный финал «Миссис Вселенной». События по ростовским меркам и прям вселенская. Зрительный зал битком. Люди разглядывают заморских красавиц и в который раз слушают об их подвигах на ниве благотворительности. Вручаются поощрительные призы. За щедрость, доброту. Вот знакомую нам миссис Голландию отмечают за пока что лишь обещанное ею милосердие. Спасибо вам. Еще раз аплодисменты всем участницам. Приглашенный из Москвы ведущий начинает объявлять главные номинации. Все со ссылкой на некое независимое жюри. За сценой в качестве суфлера сама владелица международного бренда «Миссис Юниверс», «Миссис Вселенная» Мэгги Савова. Известная шоу-продюсер. Уже много лет, в какой бы стране ни проводился финал, она лично контролирует процесс принятия решения и объявления победителя. A new Miss Universe 2012 is Colombia! Миссис Колумбия становится новой Миссис Вселенной 2012 года. Произошло то, о чем конкурсантки шептались еще за несколько недель до награждения. Корону Миссис Вселенная получила 26-летняя якобы владелица двух благотворительных фондов и якобы известная у себя на родине адвокатесса и теледива Лайла Мартинес. О том, что победа колумбийки была подстроена, впоследствии проговорилась и та самая ростовская чиновница, организатор конкурса с российской стороны. Я была сама в жюри в этом году на мировом. Я сидела там, и вот жюри все делает, там вообще формально жюри сидит. То есть к тому моменту, когда жюри голосует, уже подходит Мэгги с короной, уже знают, к моменту финала все уже знают, кто выигрывал. То есть там вообще жюри играет совершенно формально. Если на нашем, мы действительно, они у нас ставят баллы, мы хотят, ну, создаем видимость того, то там этого вообще, то есть они сидят, но уже даже не оставляют времени на обсуждение, на подсчет. То есть только закончился последний номер, выходят уже короновать. По поводу коронованной в Ростове звезды. Не найдя подтверждения ее биографии ни в англоязычном, ни в испаноязычном интернете, мы написали запрос на колумбийское ТВ. Оказалось, о Лайле Мартинес там слышали лишь в одном единственном качестве, как о жене Хуана Карлоса Мартинеса, известного в богате наркодилера по кличке Пучо – Окурок. Знаете ли вы, что СМИ считают вас одним из главарей наркомафии? Весь мир считает нас членами наркомафии, но это не так. Это предрассудок, связанный с тяжелым прошлым нашей страны. На самом деле я скромный бизнесмен. Мой легальный доход – $5000 в месяц. Известна ли вам уголовная кличка Пуча? По мнению некоторых участниц, титул победительницы достался вам за 150 тысяч евро. Я и правда потратила очень большие деньги, но исключительно на украшения и костюмы. А то, что лгут разные неудачницы, вы не слушайте. Приезжайте лучше через год в Латинскую Америку. Надеюсь, следующий финал конкурса пройдет у меня на родине. Все будет кристально честно. Вот увидите. Совершенно не обязательно ждать год. Госпожа Мэгги Савова, хозяйка всемирного шоу, кстати, болгарка по происхождению, о расценках на грядущий сезон и о перспективах очередной российской участницы. Если она хочет станет победительницей, она должна и здесь красивая, и можно и здесь. Все равно деньги не аргумент для меня. Просто говорю, что я хочу этот конкурс в Латинской Америке, потому что уровень другой. Уровень? Да. То есть там больше будет стоить? Да, абсолютно. Мэгги, смотри,
Моей. Сколько реально стоит титул победительницы «Миссис Вселенной»? Примерно. Вы понимаете, 200 тысяч, 2, 5 нулей. Да. 200 тысяч. Какой вам делать сразу? Евро, да? У нас тоже расплачается в евро и вообще все. Да, я хозяйка, это конкурс, и я даю свое слово, что все это честно. Значит, конкурс «Миссис Вселенная», который будет в Латинской Америке, если нашей станет победительницей, от 200 тысяч евро. Давайте больше за деньги не говорим вообще. Мало ли чего, даже у стен есть тысячи. Да. И, наконец, памятуя о том трогательнейшем посещении ростовских сирот со слезами, душевными обещаниями и сценой удочерения девочки Вики. Спустя некоторое время мы связались с детдомом, где все это происходило. Алло. Алло, Ольга Ивановна? Да, здравствуйте. А, здравствуйте, это вот Борис Соболев с телеканала «Россия». С полгода назад мы у вас в детском доме снимали. Да. Вот хотел узнать, та история с удочерением чем-то закончилась? Ну, конечно, ничего не получилось из того, что здесь обещали девочке нашей. Неужели это мадам, которая так трогательно у вас там рыдала, нет. Потом даже не позвонила? Нет, нет, ничего не было. Ни звонков, ни приходов, ни открыток. Все осталось в том вечере. Потрясающе. А ее подружки, которые обещали брать детей к себе на каникулы, тоже ничего? Ну да, больше не было. Нет, они вот так, чтобы кто-то приехал в детский дом, нет, этого не было. Они ведь собирали спонсорские пожертвования и, по слухам, собрали там около 200 тысяч долларов. Ну да. Скажите, вот из этих денег вашему детдому что-то было куплено или подарено? Ну ничего, вот пупсика подарили одного, да. И кому-то ванночка от пупсика досталась. Ну вот такого вот плана была. Шефская помощь, да? Да, да. Последний вопрос. Вот эта девочка Вика, с ней так некрасиво обошлись. Как она все это переживает? Ну, это любому человеку тяжело переживать, а тем более подранку, и тем более маленькому человеку. Вика ждала какого-то продолжения. А продолжения нет, есть только вот как бы предательство какое-то, и опять это показано издалека конфетка. Спасибо, Ольга Ивановна. Передавайте привет вашим воспитанникам. Ага, до свидания. Всего доброго. Вот при каждом конкурсе красоты теперь странным образом возникло по своему благотворительному фонду. И не одному. И не одному. Как это на самом деле все устроено? Люди приходят и говорят, все средства, полученные от этого конкурса, пойдут в помощь больным, бездомным, обездоленным детям. И вот там главмахорка, губернатор дают и свою продукцию, и деньги на этот фонд. Деньги, естественно, моментально отмываются через различные средства типа однодневных компаний и просто выписываются наличными на подставных лиц. А что детям? Детям? Ну, мешок баранок, игрушки китайского производства, там $100 за мешок. Эти люди сверхжадные, поэтому они детям дают крохи. Распил детских денег, отмывка выручки от продажи призовых мест и, наконец, активная обнальная деятельность. Вот чем заняты большинство подобных контор. Замужним красавицам нашего региона посвящается благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Московия» под патронатом правительства Московской области при поддержке Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей проводит очередной ежегодный фестиваль красоты «Миссис Московия». Это не значит, что мама, если она вот, женщина вышла замуж, она должна сидеть в четырех стенах. Это возможность матери проявить себя, показать себя. Президент конкурсов «Миссис Московия», «Юная мисс Московия» и «Леди России», глава благотворительного фонда, член КПРФ, помощница вот уважаемого депутата с порога предложила нам взрослую корону за 1 000 000 рублей, детскую за 500 000, а также услуги своего фонда по обналичиванию и отмыванию средств. Значит, мы переводим деньги. Если вы переведете, значит, уже в среду деньги вам обналичат и уже дадут на руки. Что пишется, на что пошли эти деньги? На проведение конкурса детских талантов.
детей, например, малоимущих семей. Мы можем предписать, что вы там пожертвовали на какое-то оборудование. Например, на гимназию, господи, церковь, например. У вас исключительное прикрытие. Вот случись проверка, и связанные с фондом богоугодные заведения представят ворох справок, свидетельств, даже журнальных публикаций о том, что спонсорские миллионы не откатывались обратно в черную, а тратились на школьные утренники, лекарства, подарки ветеранам. Создается красивая, труднопроверяемая легенда. За это лжеблаготворительные конторы и дерут с клиентов втрое больше обычных обнальных фирм. Меньше 20% мы даже обсуждать не будем, потому что я тоже хочу. Нет, фирмы берут от 4 до 6%. Вы можете обналичить без проблем, но когда вы погоняете большие суммы к стане, несомненно, рано или поздно вас заметят и очень быстро. Вам я четко предложила очень хорошее прикрытие, что вы пожертвовали деньги в фонд на социально значимое мероприятие в защиту там, детских талантов Москвы, Московской области. Вам эта формулировка плохо. И вас никто не будет проверять, тем более зная, что на наш конкурс поддерживает социальная защита Московской области. Наши добрые зрители, конечно, понимают. Из наличия определенного числа жуликов вовсе не следует, что жертвовать на сирот в России не нужно или бесполезно. Смотрите после рекламы. Титулованные путаны. Телка, который только получил титул, у него цена возрастает в 3 раза. Сколько стоит ночь финалистки престижного конкурса? Где-то 5000 долларов. Да. Миссис Москва 99. Когда-то она дружила с хозяином Черкизона. Он платил за вас? Да, за первое место. А теперь не знает, как прокормить детей. А ты своего папу-то видел когда-то? Нет, не видел. Елена Бонд. Закат порно-карьеры. Птица счастья завтрашнего дня. Кастинг на первый в российской истории конкурс красоты «Московская красавица-88». Отборочная комиссия. Психолог, социолог, специалист по этикету, педагоги по сценречи, хореографии и вокалу отсеивают в среднем 95 соискательниц из 100. Спасибо, до свидания. До свидания. За происходящим зорко следят дружинники из горкома комсомола, за дружинниками партийцы, за всеми вместе неприметные ребята из КГБ. 17-летняя москвичка Маша Калинина. Теперь такого практически не бывает, но тогда победительница заранее не знала, что победит. Рядом только приехавшая из Одессы, без денег и знакомств, вице-мисс Оксана Фандера, ныне известная актриса. Командовал парадом молодой и в ту пору еще совсем не звездный Леонид Якубович. Отчего мир, воспевая молодость и красоту, цветами, улыбками, бликами фотовспышек, приветствует мисс Америку, мисс Голландию, еще бог весть какую мисс, совершенно не вспоминая о наших девушках. И как это вообще так случилось, что мисс Вселенную выбирают без наших красавиц? Пройдет совсем немного времени, и представлять Россию на заморских шоу сможет любая, хоть сколько-то соответствующая модельным стандартам. А путевки туда будут продаваться в комплекте с коронами на российских конкурсах. Я не пойду никогда суть конкурса красоты, потому что я не хочу просто компрометировать себя в своих собственных глазах. Я не хочу попадать в ситуацию, где мне придется просто молчать и ставить крестики там, где, в общем-то, люди уже избранные, там, не знаю, строителями или еще кем-то. Просто я не хочу принимать в этом участие. Никакого абсолютно. Маша Калинина стала известным тренером по йоге. Не ест мясо, не ходит ни на какие тусовки и всячески сторонится людей из так называемого «мира моды и красоты». Якубович тоже давно отошел от порожденного им конкурсного движения. Говорит, что большинству нынешних финалисток место не на сцене, а в коррекционной школе. С ностальгией вспоминает прежних героинь. Ну, понятно, что красивые девушки с красивыми фигурами, плюс умение носить разные наряды, плюс интеллект. И целый конкурс был посвящен пресс-конференции. И любой человек из этого многотысячного зала мог задавать любые вопросы. А в первом ряду сидели всех, кого относят к жанру юмора и сатиры. Все писатели сидели. И задавали вопросы каверзные невероятно. И они легко отвечали. Московская красавица.
Но уже на следующем, 89-го года, конкурсе планка начала снижаться. И отбор был мягче, и задания проще, и имя будущей победительницы предсказуемее, несмотря на все декорации. Компьютер хранит эту тайну, мы ему полностью доверяем, ее не знает никто, знает только компьютер. Телезрители голосовали, чудо техники считало. При этом съемочным бригадам центрального телевидения еще накануне было сказано, какую из конкурсанток дольше других держать в кадре. Да, нас организаторы попросили отработать именно эту девушку. Что мы, в общем-то, и делали. Снимали крупные планы, и длинные проходы, и повороты, и ее выступления. Через 3 часа волшебным образом компьютер и выбрал ее как победительницу. После этого со всеми этими конкурсами красоты лично для меня стало все ясно. Итак, московской красавицей, по мнению телезрителей, признана Лариса Литичевская. Потом был небольшой перерыв, рушился союз. А дальше лихое десятилетие, когда на бандитские деньги и под бандитскими крышами возникли десятки женских шоу и модельных агентств, главной задачей которых был отбор девиц типа Светланы Котовой, финалистки «Мисс Россия 96», модели агентства «Red Stars». Она звонила подругам и хвасталась, что я живу с известным киллером Салоником, который сбежал с «Матросской тишины», который участвовал в перестрелке на Петровско-Замоском рынке. Вспоминает адвокат Салоника, ездивший потом в Грецию, где тот скрывался, на опознание. У него же там было оружие на вилле, и винтовки с оптическим прицелем, и Саша любил очень оружие, и большое количество пистолетов. А ее вполне это устраивалось. И, видимо, у нее произошел какой-то вот такой психологический надлом, и спустя некоторое время она посчитала, что она, в общем-то, королева криминала. Финал известен. Беглый киллер номер 1 был задушен приятелями из Ореховской ОПГ. Неподалеку от его греческой виллы полиция нашла и тело Светланы Котовой, расчлененное и упакованное в чемодан. Потом была громкая история в Чебоксарах с еще одной красавицей, Александрой Петровой. В 16 лет ей надели корону «Мисс России», в 17 – «Мисс Модел Интернешнл», в 19 – вывели в финал «Мисс Вселенной». За день до своего 20-летия супермодель была расстреляна вместе со своим сожителем, известным криминальным авторитетом. И, наконец, Сочи. Мисс Очарование 98 Элеонора Кондратюк облита серной кислотой с примесью машинного масла. Специально, чтобы жгучий компресс было невозможно быстро смыть. Организатор нападения – местный бандит Григорян по кличке Циклоп. Он не выглядел бандитом, абсолютно. Это чисто мужская злоба на потраченное время и деньги и, честно говоря, привязанность. Деньги он за нее платил? Да, деньги он за нее платил. За ее победу? За ее победу. А сколько? Тогда цены были пониже, но я думаю, что это на уровне 100 тысяч. Долларов? Долларов, долларов. Потому что ведь победительница, она выходила на всероссийский конкурс. Продюсер Марк Руденштейн. Из года в год, проводя в Сочи фестиваль «Кинотавр», волей-неволей перезнакомился со всеми прибрежными авторитетами. Этот молодой человек заплатил, а она потом не выполнила его условий. А что она обещала? Она обещала, ну, во-первых, она с ним жила. И он хотел на ней, должен вам сказать, что он хотел честно на ней жениться. А вот так. Да, а она уже этого не хотела. Понимаете? Потому что, победив в таком конкурсе, девушка тоже в какой-то момент впадает в состояние эйфории, и ей кажется, что она схватила за хвост синюю птицу, и вот сейчас она улетит вместе с ней. Не дают улететь. Мстительный злодей получил тогда 11 лет. Он уже отсидел их и вышел. А несчастной Элеоноре врачи до сих пор пытаются вернуть хоть какое-то подобие лица. С тех пор, слава богу, столь жутких историй с коронованными красотками не приключалось. Времена не те. Вместо колюще-режущих дружков и бандитской романтики нынешние VIP-модели ищут спокойного, защищенного общения, желательно на олигархической яхте в ходе трансатлантического круиза. Мне 25 лет, я работаю моделью. С удовольствием приму участие в этом замечательном мероприятии. Ты, значит, у нас мисс Винта и Сама.
Да, в 2012-м вот я выиграла, весной был конкурс, закрытый губернатор проводил, и летом выиграла. Ну вот смотри, сутки, да? День сопровождения плюс интим. Сколько это может стоить твой день там? Где-то 5000 долларов. Да, потому что это вся ночь, а весь день, это очень много. То есть это где-то 150 тысяч рублей? Да, где-то так. 150 тысяч рублей в день. Ну, все, прекрасно. Я участвовала в двух конкурсах «Миссис Сочи» и национальный финал конкурса «Миссис Вселенная» в 2011 году. Вы готовы на интим? Ну, я думаю, что да, стоимость 100. День сопровождения и интима 100 тысяч рублей. Да, я понимаю. Тогда вопросов нет. Все. 100-150 тысяч рублей в день – это уже с процентами так называемого модельного агентства, обеспечивающего подиумных див клиентами и за это берущего до трети от их тарифа. Ныне в любом губернском городе есть как минимум 2-3 подобных эскорт-конторы. В Москве с ее избытком коронованной рабсилы их сейчас не менее полусотни. Вот в этом бизнесе чистоты вообще нет. С чего вы решили, что там есть чистота? Вы же не в консерваторию пришли на концерт скрипки с оркестром. Это уже все продуманные, четко знающие свое предназначение девушки. Среди них есть вам знакомые? Да. Я даже увидел трех, которые уже непосредственно работают со мной очень тесно. Я не буду указывать пальцем, зачем. Но все они работают в лет-сопровождении. Александр Валов, порнорежиссер и владелец сети эскорт-агентств, уверяет, что чуть ли не половина всех, кто выходит ныне на конкурсный подиум, делают это исключительно, чтобы поднять собственный ценник. Вот тёлка, которая только получила титул, у неё может совсем башку так сорвать, сказать, цена возрастает в 3 раза от обычной цены. Это утяжеляет её стоимость просто на рынке сексуальных услуг. 150 километров от Москвы, захолустный городок Озёры. Съемная квартира на последнем этаже хрущевки. Среди гор, давно вышедших из моды нарядов и залежей всякого хлама, с двумя детьми, не знающими отцов, коротает свои дни былая звезда Рублевки и королева VIP-эскорта Елена Бондарь, псевдоним Бонд. Вот здесь вот у меня фотографии лежат. О, это вот миссис Москва, первое место. На конкурсе красоты. А как все красиво начиналось. 99-й год. Молодая, беспрестанно ищущая, хоть и числилась замужем, фея, побеждает на конкурсе у мадам Маркиной. Той самой, что теперь берет за победу по 300 тысяч евро. Тогда все было гораздо демократичнее. У вас был спонсор? Да, был. Кто? Тельман, АСТ Прага. А это вот этот Измаилов, хозяин Черкизона был? Да. Этот миллиардер? Да. Он платил за вас? Да, за первое место. Сколько? 25 тысяч долларов. Подтвердить эту историю у самого господина Исмаилова нам не удалось. После ликвидации Черкизона, этого всероссийского центра торговли контрабандными тряпками, делец живет с семьей в Турции, в своем самом дорогом на свете отеле за миллиард долларов и практически недоступен для комментариев. Между тем, единожды погревшаяся в лучах славы, пусть даже покупной, мимолетной, Бонд уже не могла остановиться. Она решила стать певицей. Клип снят в итальянском поместье очередного новорусского спонсора, от которого у Елены старший ребенок. В этом клипе мальчугану было 2 года. Сейчас 14. Вот твой паспорт выдали 16 числа. Вот твоя подпись. Бондарь Александр. Мое имя. Пол мужской. Родился 14 ноября 97 года. И далее город Асколь-Печено. Вот где я родился. А отчества-то нету, да? Ну да. Бывает. Репертуар певицы Бонд писали поэт Илья Резник, композитор Владимир Матецкий, ее консультировала лично Алла Пугачева. Около 5 миллионов долларов было потрачено на раскрутку проекта. Бестолку. Королеву красоты ждало полное творческое фиаско и очередная смена партнера. Красиво жить не запретишь, об этом знаешь, но молчишь.
талант, в отличие от лжетитулов, купить невозможно. Новый муж оплатил Елене еще один провальный альбом, сделал ей еще одного сыночка, после чего также безжалостно выставил за дверь вместе с детьми. А ты своего папу-то видел когда-то? Нет, не видел в жизни. Не видел? А как папу зовут-то? Юра, папа. Рома. Ой, Рома. Теперь на обед у сыновей российских олигархов одна булочка на двоих и чай. Можно со сгущенкой. Холодильник практически пуст, на плите ничего. Их мама, оставшись без поваров, гувернанток и прачек, так и не научилась нормально вести хозяйство. Ну, для девушки, конечно, это не так просто, потому что, то есть, ты привыкаешь уже к определенному статусу с мужчинами, то есть с покровителями своими. Когда вы жили с олигархами, сколько вы тратили на себя в месяц? Ну, около 10 тысяч долларов выходило, конечно, мои покупки, магазины, затраты, да. Сейчас Елена живет за счет сдачи своей квартиры в Москве, а также редких, но метких ролей в кино. Я бы хотела сыграть Афродиту, Клеопатру, а также Ассоль. Ну, пока не успеваю, потому как у меня, конечно, чуть другой профиль. На вроде порнофильма «Юлия», все того же режиссера Валова. В каком чине, Люлик, служишь? Да я помощник депутата, елки-моталки. Рахуй, что ты уже депутат. После этого фильма был большой ажиотаж. Она получила то, что хотела. Это внимание прессы. Я думаю, что здесь у нее просто само это решение родилось, а почему бы дальше бы и не продолжить. Вот и продолжила, вот и снимается, вот и получает свои 300-500 долларов за съемочный день в порнофильмах, где с ней совокупляются от 3 до 10 человек. В этом она видит свою сейчас, наверное, самореализацию. «Отче наш, ижеси на небесе, да святится имя Твое». В сравнении с тем, что имела, она просит у Бога не так уж и много. Чтобы помог подновить гардероб, чтобы погасил долги по коммуналке, чтобы сыновей не третировали в школе биографией их мамаши. Но чуда все нет, небеса молчат. Лишь старец Серафим грустно взирает на Елену со шкафа. Смотрите после рекламы. Типичный директор конкурса красоты. Я был одним из порно-королей России. И типичные претендентки на титул главный мисс. Назовите страну, название которой состоит из двух слов. Усть-Илимск. Корона российской красавицы. Заплати и носи. Работа для титулованных мисс. Они мясо, они просто молодое мясо. Модельные агентства предлагают свои вакансии. А работа в чем заключается? Кто изображен на памятнике «Медный всадник»? Понятно. Чем знаменит Иван Сусанин? Был великим путешественником. На отечественном конкурсном олимпе зажглась новая звезда. Российская красавица. Национальный фестиваль красоты, ума и таланта. Кто изображен на памятнике «Медный всадник»? Невский. Назовите страну, название которой состоит из двух слов. Усть-Илимск. Страну. Страну. Куала-Лумпур. Страну. Нью-Йорк. Классическое воспитание, прекрасная образованность, широта кругозора. Вот что выгодно отличает наших финалисток от участниц других конкурсов. Сколько было мировых войн? Я обязательно прямо отвечать на все вопросы? Нет, конечно. Кто изображен на памятнике «Медный всадник»? Кто такой Ленин? Блин, а что за вопросы вообще? Я потерялась. А кто такой Леннон? Кто? Леннон. Не знаю. Дон Жуан найдет в них пылких дев, поэт утонченных муз, мыслитель интересных и начитанных собеседниц. Щедро одарила природа наших северных аврор. Почему Герасим утопил Муму? Потому что Муму плохо себя вел. Кто такой Че Гевара? Не знаю. Чем известны Хиросима и Нагасаки? Вы откуда родом сами? Из Японии.
Папа японец, да? Да. А мама русская? Да. Хиросиму и Нагасаки не знает. Вот что-то на слуху, я забыла уже, не помню. Кто написал роман «Идиот»? Не знаю. А роман «Идиотка»? Тоже не знаю. Престижнейший национальный конкурс «Российская красавица». Не пропустите. До конца приема заявок остаются считанные дни. Кстати, девчонки, вот такая должна быть фотография. Понятно, да, для сайта? Ну, желательно, чтобы по пояс была, так примерно. Ясно, да? Гендиректор этого якобы престижнейшего шоу и большой специалист по девичьим фото и видеоизображениям. Любимые творческие направления – нимфетки, садо-мазо, стропоны доминирования. Ну, не секрет, как бы, я из этого секрета не делаю. Я где-то до 2008 года, до 2007, наверное, работал по ту сторону модельного бизнеса. Я был одним из порно-королей России. Нифига себе. Да, у меня были свои студии в Чехии, в Лос-Анджелесе. Угу. Я говорю, меня 4 раза пытались и посадить, и ничего не удалось. То есть, это самое. Богатая у вас биография. Очень богатая. Этот же персонаж, но днем ранее, уверял нашу съемочную группу, что всю жизнь прослужил в разведке и что директором конкурса назначен чуть ли не из Кремля за кристальную честность и неподкупность. Да, предложения поступают. То есть, давайте мы вам дадим такую-то сумму денег, а наша девушка займет первое место. Ну, как бы я не научился еще делать из лягушки принцессу. И, соответственно, какие бы деньги за нее не предлагали, ну дадут мне, допустим, там 10, 15, 20 миллионов. Ну, на следующий день конкурс просто закроется. Смысл продолжать его дальше. То есть ваши места не продаются, правильно? Да. Дело в том, что за первое место, если вот позиционировать, да, вы, наверное, видели на сайте Анны Лешко. Да. За нее выступает калининградский рыбный порт. Поверьте мне, там деньги немалые. За нее выступает калининградский коньячный завод. Значит, предварительный бюджет составляет примерно около 3-3,5 миллионов. На первое место идет эта Аня. Забегая вперед, скажем, что Аня это в итоге первой так и не станет. Спонсоры подведут. Но все по порядку. Сперва собираются гости. Всякий конкурс пытается заполучить к себе как можно больше узнаваемых лиц. Этим подчеркивается статусность мероприятия. Я последние годы перестал ходить, когда покупают места. Часто ко мне обращались, Никас, вот там второе место столько стоит, третье, нет ли у тебя какой-нибудь богатый тет, который дочь, это уже нехорошо. А здесь? Я перестал ходить. Я думаю, что здесь конкурс нормальный, потому что девочки слишком хорошие. Потом представляют участниц. Провинциальные стриптизерши, проведшие ночь в автобусах и поездах и попавшие прямо с вокзала на бал. Дирекция конкурса решила сэкономить на гостинице. А также студентки заочных коммерческих вузов, выпускницы бухгалтерских курсов, секретарши с интимом и без. В тот вечер они услышали о себе много нового. От самого первого шага, когда они ступили на автобус, приехав из своих городов, до самого последнего шага, когда они ступили за эти кулисы, девушки работали, не попадая рук. Они работали, они плакали, они получали травмы, они царапали руки, но что-то их вело вперед. Начинается шоу. Дефиле в одних платьях, в других платьях. В одних купальниках. Других купальник. Об обещанных интеллектуальных задачках, тестах на образованность, красноречие, кругозор никто даже не вспоминает. Ну действительно, зачем превращать приятное зрелище в фарс? Пока девицы рекламируют какую-то меховую фабрику, оценители в зале увлеченно обсуждают всякие скабрёзности, директор конкурса не вылезает из закулисных переговоров. Последний момент подвели вас. Случилось страшное. В ночь перед шоу претендентка на победу разругалась со своими папиками, и те отказали ей в деньгах. В общем, теперь вместо 3,5 миллионов директор готов продаться кому угодно, ну хотя бы за миллион. Миллион, который мы обсуждаем, значит, это победа на российской красавице, выход на 2 международных конкурса. Подождите, за миллион рублей мы получаем первое место. Первое место. И как вы хотите получить деньги? Налично, переводом, наличными. У нас вопрос решается только наличными.
Между тем, программа вечера иссякла. Не получившие ни приличествующего гонорара, ни намека, за кого же им надо голосовать, приглашенные члены жюри собираются в судейской и начинают голосовать честно. Расписывайте, как хотите. Да, 34-36. 15-17 и 20. Звучат номера фавориток, будущих мисс и вице-мисс. До сих пор не срубивший свой миллион директор обреченно заносит их в протокол, после чего отлучается еще на одну встречу. Ладно, уговорились. Проходит 10 минут. 20. 25. Терпение зрителей тает. Полуодетые интеллектуалки нервничают. Усталые ведущие не находят слов, чтобы и дальше тянуть время. Наконец, появляется запыхавшийся хозяин бала. Вот номера, номера, номера. А куда идти? А? Куда? Сюда, одевай, мы быстро, дайте быстро. Номера. Да, скрепки, скрепки. Номера где? В последний момент, скинув цены ниже некуда, он таки продал пару-тройку призовых мест. Чтобы ни с кем не делиться и не переписывать уже оформленные протоколы, директор просто перевешивает номерки на участницах. Быстренько, быстренько. Какой у тебя? 9, у меня 11. На, на. Вот 9. После этой нехитрой комбинации и последующей смены платьев понять, за кого голосовали судьи, а кто в итоге получил короны, станет уже решительно невозможно. Долго думали, совещались и все-таки единогласно решили отдать свой голос. Егоровой Влади, город Красноярск! Выходит, это самая Влада. По злобным слухам из-за кулисья, титул российской красавицы 2012 обошелся ее бойфренду в какие-то 500 тысяч рублей. Это неслыханно низкая бросовая цена, за которую в другой ситуации не продали бы даже третьестепенный приз зрительских симпатий. Я на самом деле совершенно не ожидала, скажу искренне, честно. Для меня до сих пор это шок. Я не понимаю. Да что вы, неужели? Честно, да. Почему я Что-то верится с трудом. Нет, серьезно, меня переполняют на самом деле эмоции, потому что я вот, честно, очень удивилась победе. Вы голосовали за эту барышню? Я не голосовала ни за одну из представленных к наградам. Просто мнение жюри и мнение организаторов кардинально разошлись, потому что мы выбирали одно, и мы отстаивали, я там что-то уже не плакала, мне было безумно обидно. Еще раз пойдете на такой конкурс? Пойду. Почему? А еще раз убедиться, правда это везде так или нет? Или только вот я один раз попала, и так получилось? Отгремели салюты престижнейшего национального фестиваля красоты, ума и таланта. Счастливые победительницы разъехались по своим федеральным округам, где их ждут выгодные рекламные контракты, работа на телевидении, съемки в музыкальных клипах и, конечно же, занятия благотворительностью. До новых встреч на конкурсе «Российская красавица 2013».Что ждет этих барышень на самом деле? На самом деле их не ожидает ничего, потому что даже в Москве работы нет. Они обречены стоять на выставках целыми днями за 1000 рублей. Представляете, что это такое, да? 8 часов на ногах, чай, кофе, потанцуем. Одновременно раздавать листовки, рекламные материалы, 1000 рублей в день. Известная подиумная дива, много лет проработавшая в Париже и Милане, а теперь возглавляющая Российский профсоюз моделей, говорит, что пока в стране не появится своя легкая промышленность и свое косметическое производство, титулованным мисс и миссис тут будет нечего рекламировать. Им обещают всегда очень много, золотые горы. Все, с завтрашнего дня ты звезда. У тебя везде. Только ходят годами потом по кастингу, ломают психику. Никуда их не берут, потому что, ну, заказчик не дурак. Мы решили проверить этот грустный вердикт. Испытуемая студентка Марина, 18 лет. В силу отсутствия богатого папика, призовых мест на конкурсах не занимала, но всегда стабильно выходила в финал. На наших глазах она попробует себя в модельном ремесле. Так помедленнее, помедленнее, да, не торопимся. Угу. День первый. Марина пытается поступить в некую стрип-шоу-группу, сопровождающую сезонные показы мод. Девушка, давайте проходите, не стесняйтесь. Но оказывается, что от претенденток тут требуется не бедрами туда-сюда, как все умеют, а разряд по спортивным бальным танцам. Так, ладно, стоп. Ты где-то занималась? Ну, не профессионально. Нет, спасибо, ты нам вообще никак не подходишь. Вообще. Может, я еще раз пройдусь?
Еще раз? Ну да. Нет, спасибо, уже много раз было, нет. День второй. В Москве, как на беду, ни одного кастинга. Прочитав в интернете, что тульскому рекламному агентству требуются опытные манекенщицы, зарплата от 20 тысяч в месяц, Марина приехала в Тулу. Да, у меня есть опыт в различных съемках, фотосессиях, как раз-таки бижутерии, косметики, на показе мод. О том, что ни на одном мероприятии с девушкой так и не расплатились, провинциальным коллегам знать не обязательно. Надеюсь, я прошла. Немного терпения и... Заезжая шатенка едет домой. Заказчик, местный вещевой рынок, выбрал своим лицом крашеную блондинку. День третий. Сегодня уж точно повезет. Владелец очень крутого, судя по названию, агентства Moscow Glamorous Style, некто Тимур, назначил Марине встречу в кафе. Якобы потому, что в офисе у него ремонт. Как происходит работа? Значит, девочки, которые у меня работают, находятся на квартире. Им звонит диспетчер. И через течение часа к ним приезжает клиент. Он для меня дает мне деньги за час, или 6 тысяч, или 8. Деньги тебе может быть 3, 4, 5 клиентов. Все деньги делятся по сейчас отработала, 3 тысячи твои примерно. А работа в чем заключается, собственно? Ну прям вообще, ну. Что? Нужно заниматься сексом с клиентом, понимаешь? Я моделью пришла устраиваться. Моделью? Серьезно? Ты серьезно говорил? А вы мне предлагаете спать с мужиками? Так разбиваются детские мечты. Новая Клаудия Шифер, без пяти минут Наталья Водянова едва не плачет от открывшихся перспектив. Какой-то мужик обеспеченный приезжает с родителями, костюмчик, и говорит, я хочу быть твоим, например, сынком. Давай, бампер достает, покачай меня. Ты начинаешь его качать. Или приходит, например, мужик, он одевает нижнее белье, красится девушка, все делает мейкап, одевает парик. И дальше предлагает свой сюда развитие. А без этого нельзя устроиться моделью? Ну, если у тебя будут внешние данные, как бы помыл Андрес, можно. А так тебе предложат сделать фотосессию за твой же счет, которую ты сама потом отработаешь. Деньги у тебя заберут. Ну, не знаю. Вообще ни за что нормальных агентств. Ну, уже очень мало. Это, как знаешь, ресторан без алкогольных напитков. Приходишь в ресторан, алкоголя нету. Все так. Из примерно 300 действующих на московском рынке как бы модельных агентств, 290 – такие же бордели, как у Тимура. В оставшихся 10 – хроническая нехватка заказов и конкурс 100-150 человек на место. Конкуренция колоссальная. Ни в Москве, ни где-то в регионах, уж тем более, да, прокормить себя этим ремеслом невозможно. Автор новомодной молодежной коллекции, шьющейся в Китае. Как и большинство столичных модельеров, вообще не платит своим манекенщицам. А зачем, когда толпы совершенно дезориентированных в жизни девочек готовы ходить по подиуму просто так? Ножки заплетаются у тебя. Еще разочек пройди. Наконец-то нашу Марину взяли хоть куда-то. За вечер она получит несколько непристойных предложений от подвыпивших зрителей и в качестве гонорара пачку собственных фотографий для портфолио. Ну вот мы сколько? 4 дня с тобой так ходим. К чему пришли? К тому, либо что не берут, либо не оплачивают, либо это публичный дом какой-то. Ну а ты-то чего ждала? Я не знаю, это просто детская мечта. А с 3 лет просто прославиться, ну, как-то попасть на телевизор или что-то в этом роде. Не, ну ты вот попала на телевизор, как ты выражаешься. Ну, я... Может быть, пока не поздно вообще сменить жизненные ориентиры? Надежда умирает последней, но задуматься стоит, да. Мотор идет. На этом тему можно считать исчерпанной. Мы исследовали детские конкурсы, взрослые, российские, мировые. Посмотрели, что за модельные агентства действуют при них и что за как бы благотворительные фонды. Вывод очевиден. В наши дни верить нельзя никому. Телеканалу «Россия» можно.